Простите нас, все усопшие здесь. Простите нас за все, за все. Были случаи, когда люди друг друга ели? Случалось такое? Дочка съела мать. Эта территория, это все массовое захоронение. Куда складывали тела умерших? Должен памятник стоять. Они должны сосны расти. Общее мнение, мнение большинства пока не шевелить. То есть я считаю, что, наверное, либо время это еще не пришло, либо оно никогда не придет. Надо было объединять. Крестьян надо было, чтобы все работали в одном месте. Потом просто палочку перегнули маленечко и все. Это не Сталин. Нет, это местные все делали. Конечно, там есть разные мнения, что там в советский период, что это враги народа какие-то были там. Но знаете, когда я нахожу череп ребенка, и когда, может, это берцовая кость матери, и 40 сантиметров, и топчется по этому черепу ребенка, то какие здесь могут быть вопросы?